Всем привет. Меня не видно будет, но будет слышно. Меня и шорох вот этой вот волшебной коробочки, в которой находятся ваши имена. Имена победителей. А вот и призы. Раз, два, три, четыре. А вот, естественно, наши жюри сидят. То есть Михасик, он расстроен немножко. Он хочет, чтобы всем призы достались. Вот. Ну, как получится, так получится. Начнем, не будем долго тянуть. Открываем. Опа. Поехали. И первый я достану вот эту вот бумажечку. Кто же у нас это будет? Опа! А вот это уже неожиданно. На самом деле, это для меня очень неожиданно, хотя очень приятно. Подождите, очень трудно на самом деле в этой камере сделать так, чтобы было видно. Ну давай. Я-то знаю, кто это. Оксаночка Батурина Dolls. Поздравляю. Так, ты победитель. Вот этой коробочки. Вот в этой коробочке. Я думаю, как раз таки то, что ты любишь. Хотя я тебе уже приготовила посылочку, но это будет таким дополнением. Окей. Ну, сначала разыграем большие, конечно же, да, чтобы было интересно. Следующий у нас будет замечтательница, что-то такое. Так, сейчас я вам покажу. Так, вот так, смотрите, тинь. Поздравляю. Это будет ваша коробочка. Так, ну я потом, если что, посмотрю, чтобы не перепутать. Ну, теперь у нас остались еще серые и розовые. Начнем с серой, как и до этого. Так, поехали. Кто же? Ирина Мухина. Ирочка Мухина тоже у нас выиграла сейчас. Почему-то все расплывается. Конечно, на телефон надо было мне на телефон заснять. Ну, Ира Мухина, поздравляю. Это для Иры Мухиной, для Ирочки Мухиной. Осталась маленькая такая коробочка, последняя. Кто же выиграл? Кто же? Татара. Так. Машенька Палаева. Машеньку Палаеву я видела один раз на выставке. Надеюсь, что в этом году мы тоже встретимся. Вот, Маша. Ты у меня тоже победительница. Ну давай. Вот она. Победа. Все, Маша тоже выиграла. Ну ты, так как ты из Питера, то я тебе передам лично в руки, когда уже приеду. Остальные девочки не знаю. Ну я раз Оксана и точно не из Питера, посмотрю. Но я хочу сказать, что победители будут все равно. Все, кто участвовал, все вот эти записочки, все, кто участвовал, получат приз. От меня маленький, небольшой, утешительный приз. Потому что, чтобы не расстраивать Мишку, чтобы у него поднялось настроение, я каждому отправлю, поэтому жду от вас ваши имена, адреса и все прочее. Пока-пока.